Впервые отчисления по налоговой линии в государственный бюджет Азербайджана превысили 15 миллиардов манатов. Этот рубеж был пройден 15 декабря. По сообщению министра экономики Михаила Джабарова, в Твиттер, в том числе налоговые платежи субъектов нефтегазового сектора экономики составили 7 миллиардов 900 миллионов манатов. Рекордно высокий показатель является результатом прогрессивных экономических реформ, эффективного налогового администрирования и обеспечения благоприятной бизнес-среды, а также повышение налоговой культуры в обществе, говорится в публикации министра.